Тут, в общем, вообще беда бедой. Это внизу конкретно. Вот я туда сейчас как-то пытаюсь спуститься. По следам его найти можно. Ну и, скорее всего, собаку не спасти, не восстановить. Пес! Ну ты где там? Эй! Друг! Не бойся! Малыш! Ну, смотрите, как он утекает. Он давно уже с поломанной спиной. Пес! Друг! Ну, пожалуйста, остановись! Не бойся! Стой! Стой! Стой, не бойся! Дикий, видимо, как моя фигура. Окружай! Вадим! Все, малыш, все! Все, не бойся, мы тебя окружили! Не бойся, маленький! Собака! Не бойся, малыш, не бойся! Заяц, мы же 10-й круг даем по этому озеру. Не можем людей его тут зажать. Застрянешь тут, камыша. Стой! Остановись! Пес! Покушай! Малыш! Или девочка, кто ты? Давай, покушай, не бойся. Еву, которая Марли. Может быть, она... Ну, кроме нее, я думаю, никто его не возьмет. Если она откажет, я заберу эту собаку и усыплю. Потому что это неправильно. Будешь есть, нет? Да и вообще, как тебе забрать-то? Нужно на узел. Забрали пёса. Пёса покусал всех, да? Ну, чему он маленький, всех покусал. Страшно, да? Не бойся, зайчик. Вот у него получается. Тут лапы стёрты и пятки. А в целом все у него нормально. Не стёрто, ничего. Дальше. Прооперировать реально? Здесь через миографию я больше не ждал. Один снимок.
Мелографию надо, да? Пес молодой, где-то 4 года. Так, лапы за. Может терпеть здесь тоже. Да, он не красит. Если там будет полностью рубец и никакого прохождения контраста не будет, то будет потому что уже все. Угу. Потому ну, что понятно, характеристика да. Жира. Длительность от момента получения травмы. Ну возможно, да? Что?